Лайф. Здравствуйте, подписчики, зрители. Сегодня хочу показать и рассказать о тракторе Кейс 1455 XL. Заранее извиняюсь за ветер, ветреная погода у нас. 7 апреля 2016 года. Итак, была разработана совместно с американскими и немецкими инженерами. Пускался трактор 1996 год в Германии. Это данная модель. В данной модели установлена шестиступенчатая коробка передач с реверсом, с поддержителем. Передняя жесткая, балансировочная, задняя неподвижная. Трактор может использоваться как универсальный пропашной трактор, также трактор для всяких различных транспортных работ. Вал отбора мощности здесь стоит постоянно. Регулируется после тех, как и ячейки и навеска. Кондиционером трактор ничем не оборудован. Также оборудован воздушной системой, тормозов, пневматических. И передней гидравлической системы для работы с клуном. Быстро стегивающийся с двух сторон, ручки утаскивают пальцы. Сюда ставят стартер. Понятно, в данном случае мы можем. Имеется ковш, вилы и вилы погрузочные, плоские. Немного грязно, сиденье потрепано. Трактор уже не новый, так что ничего страшного. Что мы имеем в кабине? Руль тонкий, регулируется по выносу, только вверх-вниз. Ручной газ. Кнопка стоп-пуска. Остановка двигателя тянется на себя. Перекрывается топливо и дизель-блок. Рычаг включения-выключения вала отбора мощности. Также это ручка включения переднего моста, а это ручка ручника. Рычаг переключения коробки передач, как видите, вы 6 скоростей. Вперед пониженную, назад вся повышенную, дизайнчик нарисован, черепашка пониженная, и также реверс на другой скорости. И рычаг управления передней навеской кунг. Объем впускания, нейтральное положение, плавающее. Регулировка скорости навески, подъема опускания, сам рычаг подъема опускания навески со шкалой высоты. Заранее ставишь на такую и поднимается.
это плавающий режим рычаг. Это рычаги управления. Например, если агрегатируешь какие-нибудь агрегаты, подъем опускания рычаги. Дальше мы имеем вентиляционную систему, печка, отопитель, вентилятор, холодный воздух. Также есть ноль на радио. Не знаю, оригинальная, не оригинальная. Но со мной стоял. Также имеются вешалки, мягкая обивочка, люк в крыше, открывающийся сквозь стекла с двух сторон. И открывающийся также задняя полностью окна. Колонки. Штопор люка. Дверь оба открывается. Также защелками. И небольшой бардачок для инструментов. Это насадка на лом. Вот, в принципе, и все. Спасибо всем за внимание. Не забываем подписываться на мой канал, группу ВКонтакте, ставить лайки. Всем пока!